Я маленькая Вера, давай поиграем. Всем привет, ребята! Сегодня я у себя в игрушках нашла какую-то странную коробку. Раньше я ее там не замечала. Давайте раскроем ее. О-о-о! Это кто же это меня потревожил, а? Это я, маленькая Вера. А знаешь ли ты, деточка, что сегодня за праздник? Ну, сегодня Хэллоуин, да, точно, Хэллоуин. Да какой Хэллоуин? У меня день рождения, а ты меня потревожила, подарки приготовила. Мы же с вами даже не знакомы. Откуда я могла знать про ваш день рождения? У меня нету подарка для вас. Ах так, нету подарка? Ну тогда получай, вредная девчонка! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой! И пока не будет подарка, так ты останешься старой ведьмой. А? Вера, это ты что ли? Что случилось с тобой? Подожди-ка, из того, что я понял, старая Баба-Яга превратила тебя в ведьму и сказала, что пока не подаришь ей подарок, останешься такой, правильно? Ой, Вера, да прекрати ты рыдать! И не из таких ситуаций выбирались. Жди здесь, я что-нибудь придумаю. Вера, сегодня же Хэллоуин. Я привез тыкву, и мы из нее сейчас сделаем фонарик и подарим его Бабе-Яге. Для начала вытащи ее из упаковки. Ну а теперь давай делать фонарик. Для этого из тыквы нужно вырезать весь мякиш. Для начала нужно вырезать крышечку. Теперь нужно вычистить изнутри всю мякоть. Ну а теперь самое интересное. Мы нарисуем контур и по контуру вырежем страшную рожицу. Теперь осталось вставить внутрь свечи и зажечь их. Да, Вера, ты права. Можно звать Бабу-Ягу. Баба-Яга, появись! Кто звал меня опять в мой день рождения? А, это ты, девочка? Ну и где мой подарок? Это что же такое зловещее, ужасное? И это, Баба-Яга, фонарик такой. Там внутри свечи. Если их зажечь, то глаза, рот и нос очень страшно светятся. Фонарик, значит, говоришь, да? Хорошо. Этот подарок мне подходит. Она меня расколдовала! Она меня расколдовала, трактор! Да, ты снова стала красивой девочкой. А теперь, Вера, пойдем за костюмами и будем отмечать Хэллоуин. Наряжусь, пожалуй, ведьмой. Мне не привыкать.
Малыш, если тебе понравилось, то нажимай на экран и смотри дальше. Пока-пока!